Jaguar 555. Крутишь, ничего не крутится, потому что здесь болтик не фиксируется. Видать, проволочка это выгнута. Ставенька открывается, но не фиксируется. А здесь болт должен входить сюда, в эту резьбу. Через эту дырку закручивается. Его нету. Понятно. Иголка вроде бы на месте. В смысле, что она по своему положению вроде посерединке отверстия в игольной пластине. Реакция на переключение программ присутствует. Люфт. Ну, люфт приемлемый, конечно. Ну, посмотрим. Может, там его по-простому можно будет устранить. Не лазили сюда, видать, давненько. Здравствуйте, паучки. Аж двое. Ну, смотрим, что тут со смазкой у нас. Ну, что-то есть. Остатки какие-то. О, какие люфты добрые. О, да здесь просто веселье. Понятно. Ягуар переплюнул Женаме по своим потайным болтам. Вот его тут не видно. Потайной. А он тут есть. Вот он. Попробуй его найди. Попробую понять, почему это держится. Но это ладно еще. А еще есть вот такое крепление. Вот оно. Вообще на фиксаторе. Корпус защелкивается, сюда этот штырь входит, и штырь фиксируется вот эти, вот этой пластинкой. Ну, отличное решение. Состояние после разборки, пожалуйста. Посмотрите. На коперном валу не один считыватель, а множество. Интересное решение. Ну, программ немного, можно себе позволить. Потайных болтов, шурупов предостаточно. Они очень хитрые. Ничего не сломал. Очень хорошо. Но пыли, конечно, здорово. Ну, зато понятно, что никто не лазил, никто не чистил. И тоже хорошо. Это уже я подписал. Что здесь стоит как раз потайную в том месте, крепит морду пластиковую. Предстоит вернуть в рабочий вид пружину успокоительную. Как видите, она вся выгнутая, размотанная. Ну, присутствует регулятор силы нажатия лапки. Сразу и не увидел. Так, здесь я все закрутил. Теперь крышка вот эта отсутствует. Я ее поставлю, конечно, но родная имеет ножки, которые здесь заходят в этом месте, фиксируются. Там прилив есть, он фиксирует эти ножки. Но я что придумал? Есть набор. В этом наборе много вот этих вот чопиков пластмассовых. Мы их ставим сюда. Ставим. Крышка. И через шурупы закрутим. Красота. Пожалуйста, готово. Все гладенько. И даже симпатично. И функционально. Сколько ниточек. А? Целая катушка. Ну, теперь чистенько. Сейчас болтик закручу. А снял я оттуда вот столько ниток. Вот эта пружинка вспомогательная, которая подпружинивает этот башмачок, участвующий в зигзагообразовании. Кусочек просто отломился у меня в руках прям. Пружинка готова. Устанавливаю сюда. Сервис-мануала нет, ну, несложно догадаться, как должна стоять пружинка. Установлена. Все, теперь она работает. Ну вот на чем челнок лежал, смотрите. На какой грязи. Даже отковырять не могу. Так вот. Компенсационная пружина готова. При сборке в первую очередь подсоединяется передняя панель. Не забываем о скрытых болтах, шурупах. Один. Второй.
Здесь находится третий, четвертый и фиксатор. Вот на этот штырь. Ну вот настройка симметричности выметывания петель. Левая, правая. Это перемычка. Это прямая строчка с реверсом попадает иголочкой в иголочку. Это зигзаг. Тоже все попадает. Все, теперь на ткани проверять уже с ниткой. Ну и по мелочи подобрал угол наклона вот этой направляющей, чтобы коробочка была в один уровень с корпусом машинки. А также подогнул защелку. Нагрел и подогнул. Ну уж со временем стачивается все. Теперь отлично все фиксируется. Ну, наверное, это окончательный вариант. Настройка равномерности намотки на шпульку. Проверяю. Ну, отлично. Обратная сторона.